Привет. А, привет. А ты помнишь, какой сегодня день? Не помню. А какой? Не помнишь? Нет. Ну, конечно, помню. Я пошутил. Эта Коробкова такая дура. Да что ты говоришь? В общем, я ей говорю. Сними ты этот платок. Какой платок? Да неважно, эти цвета совсем не сочетаются. А она мне говорит, ты ничего не понимаешь в моде. Это я говорю... Девочки, кто здесь из вас Надя? Ну я, а что? Вот, просили передать. А от кого? Понятия не имею. От Паши. Вау, ух ты. Надя? Надя. Поздравляю. Катя, спину ровнее держим, не забываем об этом. Руку поднимаем выше. Так, так, молодцы. Отлично. Хорошо. Так, молодцы, перерыв. А Блинова здесь? Здесь. Вот, передали ей тут. От Паши. Супер. Паш, привет. Слушай, ты такой классный. Ты столько всего мне подарил. Только я не поняла. А по какому поводу? Как по какому? Ты же сама сказала. У нас сегодня... Ну, в смысле, у тебя такой день... Ну, день рождения. Ты что, с дуба рухнул? Я ж тебе про твою контрольную напоминала. Ты же сам просил меня 3 дня назад. Если не придешь и не перепишешь, тебе Мария точно пару влепит в четверти. Так ты что, так и не переписал? Не переписал. Ну иди-ка ты отсюда, двоечник, и не подходи ко мне.